Петра, судебные приставы, мы к вашим соседям, 73-ю квартиру, у них домофон отключен. Откройте дверь, пожалуйста. Никольская. 6 часов утра. Служба судебных приставов и налоговые инспекторы на ногах. В этот раз им необходимо обойти всех должников в этом поселении. По указанному адресу тишина, дверь никто не открывает. Возможно, собственник в отъезде. В этом случае предписание налоговой задолженности. Ему оставят в двери квартиры. Рейд продолжается. По следующему адресу сотрудника встречает пес. Но к нему приставов нет вопросов. А вот к жильцам имеется. Неуплата имущественного налога влечет за собой ряд неприятных моментов. А именно арест банковских счетов, запрет на выезд за границу. Поэтому лучше оплачивать налоги вовремя и спать крепким сном. Доброе утро, судебные приставы. Нам нужна карта на Галину Николаевну. Я прошу прощения, мы просто снимаем эту квартиру. А договор есть? Какие-то подтверждающие документы о том, что вы снимаете квартиру? Нет. Частая картина. Должник либо в отъезде, либо сдал свою квартиру. Получается, что доход есть. Вот только оплачивать долги по имущественным налогам собственник не торопится. Зато служба судебных приставов не дремлет и регулярно проводит рейды по взысканию задолженности. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».